Так, вот он, один еще. Да что вы взлетаете? Эти жрать хотят. 12-й час. Вон он еще и играет. Доиграется когда-нибудь. Вот, а вон вороны. Вот они, вороны. И у меня еще, по-моему, трое остались. Опять от ворон пошли наверх. И все, я их потерял. Вот. Вот этот вот придурок еще здесь летает. Все хотят жрать. Вот он, курва, никак не опустится, а ты посмотри на него. Вот. А сейчас надо уехать. Вот и кому нужны эти полеты? Придется бросать голубей. И в общем, с 5 утра я здесь, с 5:30. Полшестого уже начал чистить голубятню. И вот этот придурок до сих пор, он опять высоту набирает. И посмотри на него, ты посмотри, идиот. Вот так отдалю. Опять он пошел наверх. Эти уже буксуют. Вот ведро стоит, уже жду, не дождусь я. Уже звонят, надо уезжать. Вон и голуби из-за этого вот меня видят с ведром. Подрываются. Вот смотрите, что они делают. Они хотят уже кушать. А этот все не налетается, пока его кто-нибудь не сожрал. И еще вот двое или трое где-то еще, короче, бороздят просторы. А так вот, посмотрите, вот сегодня так вот, без удочки, без ничего, ну, полетали. Ну, как и сказал, голуби готовы. Готовы уже к полетам. Так. Хотел выгнать, но не получилось. У меня новые пескунята взлетели. Вон еще поперлись и голуби наверх. Время 9 час. Они буксуют. Вот эти не идут. Вот здесь новенькие взлетели. Куда-то кто-то куда-то полетел. Ну вот здесь молодцы, вот начали разбиваться потихонечку. Играть голуби начали. Вот здесь небольшая кучка. Вот эти пошли. Это большая, это. Вот там очень много голубей сидит. К сожалению, сейчас возможности спугнуть нету. Там некоторые из маточника, некоторые малыши туповатые. Потерять неохота. Вот и уже сбилась кучка верхняя. А вон еще повыше еще есть. Вон пошли. Несколько дней не трогал голубей. Правда, вчера тоже вот. Ну, вчера вышли и чуть-чуть полетели, конечно. Ну, полетели чуть-чуть. Несколько штук вот из-за этих веток. Вот. Тут вон сеструха с зятем пообрезали деревья, боятся, не выходят. Ну, сейчас выгнал. Пока солнышко есть. Пока есть солнышко, вот взял, выгнал голубей. Вот солнце светит, плохо видно. Вот. В общем, кто-то сегодня пропадет точно, но ладно, я не специально. Специально выгнал из голубятни. Ну, вот что-то перебздели. Пошли. Вон там уже, вон. Одиночки высоко ушли. Вон там еще. Вот кучка. Вот они сейчас правильно делают. Поднялись, начали разбиваться. Кто-то кувыркается, кто-то играет. Вон они, две кучки там. Наверху. Наверху молодцы. Эти тоже, правда, поперлись чуть-чуть. Вон она, стайка пошла. Очень даже неплохо. Так полетели. Так отдалю.
Очень хорошо к средней поперлись. Эти тоже стали догонять. Стали догонять. Здесь вот дикобразы некоторые мотаются. Вон все небо там в голубях. Вот они поразбрелись многие. Стартанули туда наверх. Молодцы вот эти вот. Я считаю, молодцы те, кто соскучился. Полетели. Хотя здесь еще есть. Есть те, которых хотелось бы. Вот, кто это? А, чубатый молодой. Чубатый молодой. Вот. Очень тут до хрена еще. Ну ничего. Пускай на крыше посидят. Вот новенькие вот эти вот. Вольерная, можно птица сказать, это не очень хорошая птица, но надо с ними поработать. Так что вот такие дела. Вот, а эти вон, те молодцы. Вот они молодцы кто. Эти что-то вот вниз пошла кучка. Там одиночки. И вон те наверху вообще красавчики. Вот так на всю. Вот поймал. Вот эти уже ближе к средней ушли. Вот так отдалю. И вот так отдалю. Молодцы. Небо голубое. Без одной тучки. Сегодня первые заморозки были, замерз кран. Еле открутил. Ну, правда, на улице показывало ноль, но кран примерз. А так, в общем, все нормально. Так, ладно, пока на паузу. Так, вот нашел, смотрю. Вот одиночки тоже есть. И вот самая маленькая кучка. Вот она блестит на небе. Вот поймал. Вот эти все-таки пошли. Одна стайка идет вниз. Другая тоже вроде бы за ними тянется. А эти умотали. И там еще несколько одиночек есть наверху. Вот это 20 раз я... Нет, в 10 крат увеличил. Вот так отдалю. Вон они. Вот, ну вот стайка одна здесь. Одни разбились, а вон по низу. Нет, вот брешу. Это уже одиночки здесь. Две стайки наверху. Вот они, две. И одна, в общем, космонавты. Космонавты. Вон они, если будет их, должно видно быть. Блестят на солнышке. Ну вот. Как-то так. Эти уже пониже опустились. Так, отдалю. Так, ну ладно. Особо снимать пока не буду. Ну вот. Что-то камера не хочет фокусироваться. Смотрю, кучки начали дикарить, подниматься. Вот они прилетели в стороне. Сейчас сюда подойдут на круг. Вот, движутся в этом направлении куршуны. А стайки, посмотрите, я сказал, они опускаются. Вот одна стайка. Где-то была рядом вторая. Вон она еще выше пошла. Вот это еще выше пошла. Вот, пошли. Пошли выше. А космонавты, в общем, где-то, черт его знает где. Вот. Смотрю, вот, вот это скидывает. Это скидывает, в сторону отходит. Скидывает. Вот она, другая. Но это не космонавты. Космонавты, вон они. Вон. А эти уже здесь, друзья мои. Друзья мои здесь прилетели.
Вот он один идет, что-то выискивает. Ну вот так вот они крутятся. Сейчас стая уйдет. Вон она пошла, отошла в сторону. В сторону отошла. Эти наверху. Не знаю, как показывает. Нет. Вот листва уже падает, плохо видно. Ну, в общем, вот они, мои ребята. Прилетели здесь и... В общем, как-то так. Летят себе на поле. Летят. Так что... Ладно, сейчас посмотрим. Каждые 5-10 минут ситуация в небе меняется. И ну, как есть, так и есть. Показал, одна стая закрутила вниз. Ну, а космонавтов еле-еле видно вот на солнце. Вот где вот эта вот веточка. Вот они там. Я не знаю, даже не полно на ветку будет фокусировать. Не, не покажет, наверное. Ладно, сейчас как-нибудь найду. Так, вот она. Вот одна стая. Но это не стая космонавтов. Это вторая, которая вот одна из двух стай, которая пошла наверх. Эти уже ушли в точку. Кто-то потерял. Вон она, другая стая. Голуби рассыпаются. Порассыпались к чертовой матери. Вот здесь, смотрю, уже некоторые одиночки. А вот, не, значит, я сбрехал. Вот они как боятся, а? Ты посмотри, вот он остановился здесь. Ну и ладно, что теперь. Вот как пролетели, так и пролетели. Вон одна стая. Одна где-то в стороне солнца была. Вот в сторону, нет, вот она. Вот одна стая. Вот она пониже, вторая. Ну и вот здесь вот. Ну да, боятся, но боятся. Он просто стал вот здесь и стоит над голубями. Вот он еще один. Ничего не поделаешь. Вот. Как есть, так оно и есть. Ладно. Черт с ними. Вот надо за теми. За верхними, в принципе, надо наблюдать. Они за другими. Шоколадные. Желтые вот мотаются. Вот она, стайка. Это вот здесь самая низкая. В общем, от других не знаю. Верхних я уже вообще не вижу. Верхние растворились. Вот, слышу, кто-то играет. Какой-то желтый садится. Птица, в принципе, уже, так можно сказать, как бы готова. Там отдельные личности, там бошки что-то линяют, ну, по крыльям, ну, хвосты у кого-то. Вот он, акбаш мой желтый садится, вот, ну, он дряхлый, да. Ну, а основная масса уже, в принципе, готова к полетам, уже нормально себя чувствует. Вон эти прилетели сюда, верхних не видно. Вот он, что-то стал зашиваться. Вот коршуны, и вот над коршунами стая. Вот над этим коршуном стая голубей. Вот это вторая, а космонавтов нету. Вот эти вот коршуны, и над ними стая голубей. Сейчас еще приближу. Вот коршуна буду держать так. Вот она, стая голубей. Плохо собака факует. Хоть бы тучка была. Вот он. Вот так чуть-чуть отдалю. Вот коршуны. Стая над коршунами. Стая вот здесь. А. Одиночки попадали. Вот. Не знаю, если честно, это космонавты или кто. Ну вот как-то так. Так, ну вот. Стайка, которая в стороне летала, уже все. Прилетела домой. Все-таки я так думаю, наверное, это вот космонавты, это те, кто были, то... Ой, ты, желторябы, зашивается. Зашивается. А вот красный с белым хвостом что-то перестал играть. Вот, наверху. Вот несколько одиночек.
И вот она, стайка. Уже вот ее видно. Хотя это не полная стая, 100% уверен. Вон там трое или четверо, вон они блестят рядом со стаей. Вон они блестят. Да ну нахрен, вон еще стая. Вот это я еще штук 10 просрал. Вот она стая. Это вот это вот, которая сказал космонавты. Ошибся я, опять же ошибся. Голубей много, и там наверху, там еще наверху еще больше, чем вот это вот. Больше, чем вот эта стая наверху. Это вот я на весь зум. Я не знаю, они попадут в кадр. Я их потерял, правда. Но больше, чем вот эта кучка наверху. Вот, вот сейчас будут пересекаться. Вот они. Вот, вот две стаи. Вот это пониже, вот это вот повыше. Вот эту буду держать. И там еще вот рядом одиночки летают. Если я вот так чуть-чуть отдалю, их, наверное, не будет видно. Вот эту стаю будет видно. Я же сказал, две стаи. Ну, одиночки здесь вот носятся. Вот. Все равно коршуны летят, летят. Вон они. Обе стаи. Обе стаи. Вон два штуки. Там, там вот этот шейка. Шейка и желторябы светлые. Две голубки, по-моему. Они всегда вместе летают. И, кстати, уже стали летать. Уже мне не особо нравится. Свыше 3 часов голуби стали летать. Ну, я же говорю, некоторые уже готовы. Как и говорил, вот они в октябре, конец октября, в ноябре они уже готовы. Вот. Как-то так. Вот эти не готовы. Так охота мне удочку взять. Вот белая голубка у меня что-то приболела. Так вот. Начала. Захудела чуть-чуть. Ну, лекарства ей подаю, посмотрим. Очень хорошая голубка. Так что, ну ладно. Вот такие вот дела. Есть еще голуби. Ну, хотелось бы вот эту вот всю шарашкину контору поднять. Поднять. Но я над этим работаю. Никто сидеть не будет. Никого не порезал еще, хотя я обещал. Никого еще не подрезал. Еще голубей даже не красил. Вот. Хотел их там, как попугаев, в разный цвет. Так руки не доходят. То лень, то, в общем, лучше приберусь. Вот как-то так. Посмотрим. Вот взять удочку. Вон кто-то со стороны прется. Вон она. Видимо, и боятся вот этих коршунов. И куда-то поперся вот. Ну, мозги есть. Будет дома. Так, ладно, я пока подожду. Надо наверх смотреть, а не стоять вот, болтать. Так, камера не хочет сфокусировать. Вот средняя стая. Уже, которая пониже была, уже вот одиночки от нее отвалились, они разлетелись, потом опять собрались, и вот по одному идут на посадку. Еще штуки 3 прилетели со стороны. Видимо, перебздели. Коршунов ушли на сторону. Вот. Одна стая, я уже не буду долго снимать, я сейчас постараюсь показать. Не вижу я ее, была, она вроде бы хотела, вот два одиночки я вижу. Два одиночки, вон они, точечки светлые, вот она стайка, вот она. Вот, вот поймал я ее, вот эти голуби. Можно сказать, в точке. Да, ну не фокусирует. Вон они поразлетелись. Нет, 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 вот. Разлетаются там. Вот они, голуби. Ну вот, в общем, как-то так. Вот один какой-то вниз, шоколадный, по-моему, голубка. Вниз летит. Ну, остальные вот буксуют. Боятся они вот эти, вот этот вот. Вот этих веток чуть-чуть боятся. Вот. Все сырое, мокрое,
Вчера ничего погода, позавчера дождь поливал опять, дожди. Вот сегодня второй день хорошая погода, без дождя, еще и плюс и солнышко. Вот, ну мы готовимся. Я, в принципе, говорю так вот, то, что я готовлюсь, и голуби готовятся. И, ну, можно сказать так вот, половина, ну как, половина, не половина, ну многие голуби уже готовы и хотят летать. Многие готовы и как бы хотят. Вот надо только вот разобраться, может быть, вот шоколадная сила. Забивным, что-то быстро скинуло так, было высоко. Вот, как-то так. Пускай на солнышке вот витамин D и все. А дальше удочка, дальше разберемся, загоним всех остальных. Вот люди там мне как бы в упрек пишут, там голубей много. Много, да, 100, 120, 150 штук вот. Ну, летают, будут летать практически все. А кто не будет, останется в командировке. Вот. Потому что я знаю, вон люди держат и по 300, и 500 тут штук, и больше. Вот. Просто их никто не знает. И вот. Мои голуби все на виду, я ничего не скрываю. Вон они в космосе летают. Не все. Вот видите, сколько здесь. Маленькая часть. Вот. Ну да, кто-то сел, испугался. Всегда по-разному, но... Все зависит от меня, от моей, как сказать, настойчивости. В общем, все на этом, ребята. Всем удачи, здоровья. Готовим голубей к зимним полетам. Всем пока. Этих сейчас, ладно, еще покажу, показывать, чтобы не сомневались. Так, поймал. С третьего раза поймал. Вот они, мои голуби. Вот эти летают в точке. Очень сложно. Хотя бы облачко было небольшое. Вот так вот чуть-чуть отдалю. И вот так. Те голуби. Один желтый, правда, здесь дигорил, шел вниз так. Я не знаю, где он. Он вообще как бешеный летел. Чего испугался, не знаю. Те вроде бы не в рассыпную летают. Вот. Ну, в общем, вот такие его дела. Надо готовить голубей. Тем более, я же говорю, уже по перу они уже готовы. Все остальное зависит от меня. Как я буду заниматься с ними. Не будешь давать под хвост, будут ходить вот здесь по земле. Грязь месить. Будешь давать под хвост, голуби полетят. Вот, и я там смотрел ролик. Я не согласен, что голубей надо там гонять по... 2-3 раза в день, вот, каждый день. Вот, если вы хотите, чтобы голуби летали, вот там были такие вопросы, не надо, чтобы голуби целыми днями шарахались здесь. Это получатся вот эти вот дикари, получатся. Голуби погуляли, получили свой витамин D, туда-сюда, полетали, вы их погоняли, дали возможность походить, да, походить по улице, вот, знать свой дом. Вот этот же вот огород. А дальше уже вольер закрыли. Голуби не должны целыми днями лазить. Они не полетят. Я вот больше чем уверен. Вот эти вот подлецы, которые там летают. Вот они. Вот. Они сядут. Еще будут часа полтора-два летать. Что-то не хочет. Хотя сфокусирована камера. Потерял я их. Они очень высоко. Вон там двойка. Это вот та же пара голубок, наверное, летает. И вот она, стайка. Да ну нафиг. Не хочет фокусировать. Не хочет. Ладно, я ж только что показывал. Была бы тучка, я бы показал. Еще раз. Очень тяжело это надо на паузе ловить. Все, ребята. Здоровья всем. Чтобы птичка не болела. Ну и кто-то уже прикрыл, а кто-то до сих пор гоняет и будет гонять. Всем пока.